На предприятии «Тверь Горэлектро» для школьников, которые работают там в летний период, провели экскурсию. Специалисты рассказали ребятам, как вести себя вблизи энергообъектов, как устроена система управления городским электрохозяйством. Подробности далее. Эти старшеклассники на время летних каникул устроились на работу в «Тверь Горэлектро». В программе по временному трудоустройству несовершеннолетних предприятий участвует уже не первый год. Сейчас здесь трудится 46 молодых людей и девушек. Коллектив у нас дружный. Все друг другу помогают, начальство очень хорошее, понимающее, помогает разобраться в задаче. Это, в принципе, просто полезный опыт для того, чтобы в дальнейшем уже привыкнуть работать в более взрослом коллективе и не теряться. И не понимали, чем их занять, чем вот эти вот молодые ребята могут нам помочь в нашем таком нелегком труде. Сейчас уже спустя вот 3 года, да, 4-й год у нас эта программа. Мало того, что растет количество ребят, и вот на сегодняшний день уже 46 человек у нас отработало. Информацию собирают, складывают документы, подшивают, помогают нам даже снимать показания электросчетчиков. Чтобы разнообразить рабочие дни школьников, главный инженер Александр Степанов проводит экскурсию по предприятию. Ребята узнали о том, как развивается сейчас отрасль энергетики, о профессиях, которые нужны для обслуживания электросетей. Увидели трансформаторы, специализированный транспорт и многое другое. Назначение трансформатора какое? Превратить 10 тысяч вольт в 380 вольт. То есть 10 в 0,4 превратить. И дальше уже раздать по домам, по потребителям. Посетили школьники и диспетчерский пункт. На этом стенде отображается полная схема распределительных сетей города. В случае аварии диспетчер может оперативно принять решение о ее ликвидации. Затем с ребятами встретился генеральный директор акционерного общества «Тверь Горэлектро» Максим Сульман. Говорили о профориентации, о том, как важен первый профессиональный опыт. Любое предприятие без энергетики не может, да, то есть в любой сфере деятельности вы найдете себе применение. Я считаю, что это очень интересное, перспективное направление. Тверь Горэлектро активно сотрудничает не только со школами, но и с колледжами и вузами, предоставляя возможность студентам проходить практику, участвовать в экскурсиях и других мероприятиях.